Добрый день! Я рада видеть вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимок». Всем добрый день! Сегодня хочу вам показать вязаный шарф или вязаное украшение. Тепленькое такое на осень, зиму, весну. В интернете гуляет фотография. Я вязала по фотографии, видео я не видела. Вот такая вот интересная штучка, которую может связать каждый желающий. Вяжется она легко, поэтому смотрим и вяжем. Ниточки у меня вот такие, пехорская шапка. 200 метров 100 грамм, это достаточно толстый, шерсть немножечко акрила. Крючок номер 5 мы берем, и нам понадобится еще крючок номер 5, то низкий. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вяжем полустолбиками. 10 воздушную петлю делаем подъема. И вяжем полустолбиками 3 ряда. Считаем петли, чтобы у нас было ровно 10. У нас с вами 10 петель, 3 ряда. Мы провязали. И теперь поворачиваем вязание в обратную сторону. Вот таким образом меняем крючок на ту низкий. И начинаем делить. Нам нужно поделить на 3 части. И каждую часть мы будем вязать отдельно. Вот. Для этого сначала добавим. У нас было 10, добавим. Сделали накид. Каким вообще образом то низкое вязание, да, вяжется. Можно давать один рядочек, можно так провязать один. То есть мы, смотрите, в каждую петлю делаем накид, не провязывая. Для этого нужен крючок на длинной ручке. Называется тунисский, чем он отличается. Самую последнюю петлю тоже мы сделали. Для того, чтобы прибавить, мы сделаем сначала накид и последнюю провяжем. Это у нас будет добавление петли. И теперь получается, смотрите, вяжем первую петельку, теперь 2, 2, и все время по 2 петли. Вот. Одну петлю мы с вами добавили в конце, и одну добавим в самом начале. И у нас получится 12, 12 на 3 делится, то есть мы будем вязать по 4 петли, вот. По 4 петли раздельно будем вязать. Смотрите. Сделали накид. У нас первая петля есть, накид. Вторая. Третья, вернее, четвертая. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все, здесь 4 останется, здесь 4. Вот эти 4 петли мы будем вязать отдельно. Чтобы потом нам можно было сплести косу. Первую петлю мы просто снимаем. 2 вместе. 2. Сейчас, 2 вместе. Так, ниточка у меня немножко расслоилась. И 2 вместе. Вот. Опять вот эту первую петлю мы оставляем. И делаем накид на вот эти вот протяжки. Вот, 4 петли у нас. Опять одну провязываем, а потом раз и по 2. Для того, чтобы здесь был ровный край и здесь ровный край, смотрите. Первая петля у нас уже набрана, вторую взяли, третью набрали. И ищем четвертую. Мы вот не сюда вкалываем крючок, а вот сюда. Вот сюда. И тогда ровно будет, ровный край. Вот. 4 петельки. Вяжем эти 4 петли долго-долго-долго для того, чтобы потом можно было плести косу. Вот так. Все. Вяжем первую косичку, первую полоску и последнюю такими нитками. А в центре я хочу привязать вот такие красивые ниточки с люрексом.
и по центру связать, чтобы потом, когда сплести косу, это было не просто серо, а это было красиво. Провязала я ленточку такую, посчитала, 54 ряда у меня получилось, отрезала. Теперь берем ниточку, у меня такая она красивая, серебристая, с люрексом, вот, завязываем. И смотрите, что делаем. Вот здесь вот у нас было 4, по центру 4 и еще 4. Вот эти 4 я тоже связала, точно так же оставила. 54 связала, оставила нитку. Мы будем довязывать. Теперь по центру вяжем. Можно связать точно такой же ниточкой, можно вот как я, присоединить любую другую, чтобы было красиво. Каким образом? Мы здесь сделали с вами завязочку, завязали, и теперь вот вдеваем просто-напросто другого цвета нитку в те петли, которые у нас уже есть. Вот. И точно так же вяжем. Примерно одинаково по толщине нужно выбрать ниточку, одинаковую. Так, что это у меня тут получилось? Все правильно. 4. И должно было получиться. А то, что вот здесь вот у меня вот этот вот узелочек, мы его потом заправим сюда внутрь, и у нас не будет видно. Мы эту петельку не считаем. Вот у нас одна есть, вторая, третья и четвертая. Четвертая, помните, да, что мы первую вяжем сначала одну, а потом уже по две. Один, один и один. Вот таким образом. Вот. И вот 4 петли, и мы продолжаем вязать. У меня получилось 54. 54 первая ленточка и третья. Свяжем и среднюю 54, а потом заплетем косичку и посмотрим, какая длина. Я думаю, что длина нас устроит. Вот. Вяжем для красоты. Можно любого другого цвета, даже белого взять, и тоже будет красивое переплетение. Можно связать однотонно, как вариант. Вот. Вяжем, да? Что у нас получается? У нас получается вот такая основа из 10 петель и 3 ленты, из которых мы с вами просто-напросто будем плести косичку, как в детстве. Кто-то плел, кто-то нет. Я думаю, что несложно все это дело сплести. Единственное, что не надо как бы, да, сильно утягивать. То есть она должна быть в таком свободном, красивом положении. Ленты за счет того, что связаны не просто крючком, а именно тунисским, вот так имеют такое красивое, да, переплетение. И вот эта наша серая ниточка тоже с люрексом, тоже очень красиво, выигрышно смотрится. Плетем косу, заплели косу. Все серые нитки отрезали, оставили с люрексом красивую такую. Вот это вот у нас одна лишняя, мы ее в следующий раз провяжем, как бы за две. И смотрите, начинаем набирать последнюю косичку, вот такой же красивой ниточкой. И завершим наше вязание. Три рядочка у нас будет ниткой с люрексом. Вот, все наши петельки набрали и вяжем. Таким вот образом, как мы уже с вами вязали. Так, тут у нас. Угу. Вот, вяжем и вот незаметно переходим на другой цвет. Серые ниточки мы потом с вами просто закрепим, чтобы они у нас там не распустились. Здесь вот. Вот здесь нашу ниточку подтянем, здесь мы тоже подтянем, все. И, допустим, там 2-3 рядочка для красоты провяжем нитками с люрексом, и потом можно будет закрепить. Так. И уже полностью переходим на новый цвет ниток. Вот, вяжем несколько рядочков
И у нас вот такая, знаете, основа красивая готова. У нас с вами готова первая основа для нашего вязаного украшения шарфа. Теперь наша задача связать точно таким же методом, но только немножечко длиннее. Немножко длиннее. Смотрите, вот я связала. Теперь мы вот эти вот наши кончики пришиваем вот сюда. С этой стороны мы пришиваем вот таким образом. Вот так наискосок пришили. Здесь наискосок пришили. Сделали отверстие. Каким образом? То есть мы связали две полосочки. Как вот мы с вами здесь связали. Связали две полосочки. Точно так же. Можно не делать дырочку, можно просто-напросто пришить брошку. Вот. И все. И здесь мы пришиваем, допустим, пуговицу. Как в оригинале на фотографии, которую я смотрела, есть эта фотография гуляет. Вот. И, пожалуйста, наше вязаное украшение, вязаный шарф это или колье, тут названий может быть очень много, у вас готово. Это и тепло, и красиво, и на подарочек всегда можно применить. То есть здесь вот, пожалуйста, с любых ниточек связали. Расход ниток совсем небольшой, вяжется ну, буквально там за пару часов. Очень быстро. Красивую пуговичку подобрать, пришить. И наш подарок готов. Всем приятного просмотра. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.